привет! Привет! Лисюша, приветик! Поехали на дом собачка Деки, найти кассеты! Деки, пойдем! Сейчас едем в сад, посмотрим, как рабочие обшили наш дом, как они залили площадку под машину. Потом поедем за Левой, а вместе с Левой поедем в сад Победы. Нам пришла вот такая посылка. Это посылка. Так, откуда она пришла? Так, посылка пришла из Москвы. И внутри нее лежат три флакончика с цветными мыльными пузырями. Это какая-то инновационная разработка наших российских ученых. Мыльные пузыри цветные, которые не оставляют следов. Если вам интересно, то оставайтесь вместе с нами. Посмотрим, что же это такое, эти мыльные пузыри. Приехали, а рабочих нет. Ну, так посмотрим, да, папа? Да. Как дела здесь? С стороны глянем. Нет, пока нет. Вот он наш дом. Все залито. Класс. Тебе нравится? Мы сколько раз приезжали, ты все спала. Вот это наш домик. Красиво, да? Бабы с дедой? Нет, там нету дочь. Ну все, проведывали сад, поехали дальше? Да, поедем дальше по делам. Папа у нас убежал в Сбербанк. Вот Алису отстегнула, чтобы она немножечко отдохнула. Что там у тебя грязное? А что с ней случилось? На ноги грязные. Вот они. Она сама, что ли, шла ножками по дороге? Да. По улице ходила? Вот она. Ой, какой кошмар. И стираться. Надо постирать ее в машинке, да? Да. Алиса, сильно не высовывайся. Лёва маленький был, вот так же высовывался и выпал. И плакал. Все, все, едем к Лёве. Все, папа пришел. Все, едем к Лёве. Больше никуда заезжать не будем, Алиса. Не переживай. Привет! Привет! Ну не балуйся. Да. Садись. Сюда? Да. Чиз. Довольная. Осторожно. Алиса. Леша, она какая-то как сумасшедшая забежала. Давно мы тут не были. Нужно по дорожке ходить? Нет, на дорожку, баба, на дорожку. А там машины ездишь? Да. Ой, какая большая Pinkie Pie тут. Ну, выбирай транспорт. На чем кататься будешь? Дочка? Джип? А вон на том, доченька, помнишь, ты падала вот с того? А, да. Вот на том ты гоняла и падала, а тебе было полтора годика. У нас даже видео есть такое. Так, садимся. Лёва, ты бы тоже с удовольствием, да? Да, я влез. Молодец. Да что такое? Смотри вперед, Лёва! Налево, налево! Поворачивай руль! Кенгуру, аттракцион кенгуру. Лёва, будешь прыгать? Нет, я уж в руке. А маленьким таким можно разве, малышам? Лёвочка, давай, присоединяйся. Не-не-не, я не буду. Да попробуй один раз. Вау! Молодец! Нифига себе! О, как высоко! Прыгай, а главное, чтобы прыгай. Не перевернулся. Прыгай! Отталкивайся! Папа предлагает мне тоже попрыгать. Да, попрыгай. Вау! Класс! О, как круто! Решил попробовать попрыгать. Юля тоже решила попробовать попрыгать. Я тоже. На нее натянули спецрекрузы. Да. Алиса все продолжает прыгать. Аккуратно. Давай! Давай, начинай. Начинай прыгать. Давай. Опа! Не! Давай, Иванова, сильнее отталкивай. Давай сильнее отталкивай.
Да не бойся, ребенок не боится, а ты чего боишься? Леша, давай! Алиса, аккуратно, не перевернись только. Да не высоко. Юля, выше прыгай. Я боюсь. Классно. Ну как выше, да и так высоко. Давай, давай, выше. Как радуга. Как радуга. Ой-ой-ой. Я Флаттершай, ты радуга? Да. Да? Да. Сильнее, сильнее. Я напрыгалась, было классно. Я тоже. Ты тоже? Да. Я высоко. Ой, молодец. У меня чебучка. На, банан. Банан. Тебя. А у тебя? А у тебя? Пломбир. Вафельный стакан. Ой, давайте пузыри попускаем. М? Куда? На поляну, там клещей много. Ходим, ищем место, где бы нам снять видео про пузыри. Вот. Леша предлагает что-нибудь купить для вида. И здесь вот прямо под зонтиками поснимать это видео про пузыри. Вот такая посылочка нам пришла. Сейчас мы из нее все достанем. Давай. Вау. Че, живой? Ты живой. Не бойся. Это все стирается. О, какие красивые. Фиолетовые. Вау, это так необычно. Они супер! Они круче и дуются, их больше намного, чем. Класс! И давайте третью баночку откроем. Они, похоже, все одинаковые. Я тоже. Да, они все одинаковые. Они все фиолетовые? Да. Ну все, хватит, а то у меня голова уже кружиться начинает. Ё-моё, посмотри на мою руку. Только покажи. Последствия. А у меня что, так же? Нет, у тебя все хорошо. Просто кто-то, наверное, неаккуратный очень. Как они удаляются? Пошли. Легко. Давай покажем, кстати, как они удаляются. Давай. Вот Алисе пузырики попали на ручки. Ручки стали фиолетовые. Еще и на одежду попали. Смотри, как легко. Оп, все, и нету. Ничего, ничего нету. Ну, значит, это тоже все отстирается. Не морай руки. Иди сядь. Да. Прикольные пузыри. Прикольные. Только марки. У тебя все лицо в этом. У тебя все лицо в пузырях. Умойся. Все, ничего, все, уже ничего нет. Класс. В общем, над дизайном нужно, конечно, еще работать, потому что, ну, это просто флакончики с крышечкой. Но так задумка, конечно, прикольная. Единственное, вот таким малышам, как Алиса, мне кажется, не стоит такие пузыри покупать, потому что, смотрите, она вся ими испачкалась, и нужно сейчас кофточку стирать. Но реально смывается очень легко при помощи воды. Мы хотим провести эксперимент. Леша хочет нанести на одежду. И попробует смыть. Ты что, ну, здесь сидишь? Ага. Все, да? Ну, он как будто вода как будто разъедает, да, эти мыльные пузыри? Все, Леша, давай. Что пьем? Я вот надеюсь, это... Пиво, пиво. Нет, Лева, что это такое? Это Кока-Кола в новом формате. А, это Кока-Кола. Участвующий в акции, собери летнюю коллекцию Кока-Кола и получи супер приз. Нет, Гагуса приз. Мяско. Алиса, будешь мяско? Да. Давай я тебе порежу, доченька. Нет. Ну, ты же не сможешь откусить целый. Давай маленькими кусочками тебе будем делать, ладно? Лучше, чем у мамы. Не можешь? Ну, папа правильно сказал, нужно разрезать. В общем, решили мы эту коробку с пузырями отдать каким-нибудь мальчишкам. Им понравится беситься и играть, да? Да, Лёва? Нет. Ты объясни, что там. Да, ты только скажи, что это мыльные пузыри. А то ты отдашь и все. И они все испачкаются. Скажи, что это смывается. Лёвка ушел в неизвестном направлении. Пошел искать мальчика, которым можно отдать эту коробку с пузырями. Доча, вкусное мяско? Да. Мясо очень вкусное. Где
тоже понравилось, да? Угу. Замариновано хорошо, наверное, да. Было. В общем, никого он не нашел. Идет назад. Ты наелась? Еще не наелась. Ну что, Алиса, куда пойдем? На батутики? Вот Алиса кису какую большую обнимает. Мы с Лёвой купили по жвачке из нашего детства. Турбо. Довольные. Беспонтовые. Невкусно, что ли? Я хаваю жвачку. Что тебе попало? Феврале такое. Ну-ка. Шевролетаха. Шевролетаха. У меня Honda. О, ну у Лёши покруче. Нет. Где наша Алиса? Вон она. Карабкается. Алиса, давай, Алиса. Поднимайся, Алисочка. Мы за тебя болеем. Умница. А теперь вот тут по трубе надо пройти. Да, она знает. Доча, вот здесь по трубе теперь надо пройти. Это же эти. Испытание. Да. Форт Боярд. Форт Боярд, да. Входим с Лёвой, Алиса, смотрим. Алиса. Алиса, ты где? Не знаю, где-то она ходит. Вау. Круто. И ты в такой шарик хочешь? Тоже на каску. Пять. Стой. С 5 лет таким маленьким еще нельзя. Можно. 5 нам. Ку-ку. Лёвочка, не устал нас ждать? Куда ты еще хочешь? Пойдем? Пойдем. Лёва, вставай быстро. Куда? Туда она тебя зовет. Что там делать? Вот эту игрушку себе Алиса выбрала. Маршала, щенячий патруль. Лёва, хватит зависать в телефоне. Ну все? Поехали. Что такое? Давай не капризничай, ты спать, похоже, уже хочешь. Куда щенячий патруль? Кто патруль забрал у Алисы? Забрала патруль и побежала. Все. По-моему, кто-то устал уже и хочет. Она спать. Устала, да. Напрыгалась, наигралась. Все, Алиса спит. Алиса спит. Все. Глаза закрыла? Да. Ты не пожалел, что с нами пошел в Сад Победы? Да лучше бы 30 раз подумал. Лучше бы дома посидел, да? Да. Шутка, очень все понравилось прям. Только ты все время сидел на лавочках, да? Да. Мне не понравилось, я не одобряю. Слушай, я больше тебя вообще никуда брать не буду. Ну еще. Ой, все, обиделся, губы надул губы. Представляете, мы нигде в Челябинске не могли найти мороженки Бубальгу. И тут на ЧТЗ в ларьке мороженого Леша остановился, говорит, купи Алисе мороженку какую-нибудь. Думала, опять куплю банановую. Представляете, нашли Бубальгу. Это самые вкусные мороженки, которые мы ели, да, Лёва? Купили Бубальгу! Да классно вообще, Лёша, да мы уже месяц их ищем, нигде найти не можем. Если любите такие мороженки, ставьте плюсик в комментариях. Пока-пока, Алиса. Все, пока, подписчики, я уезжаю. Куда ты уезжаешь? Мы тебя домой привезли. Мой адрес не дом. Нагулялся с нами. Пока, Лёва. Короче, всем пока, ребята. От души, пока, правдовой. Ой, дурилка. Лёва, Алису также. За ручку. Давай, пока. По-пацански. Йоу. Здорово, пацаны. Лёва. Давай, пока. Едем дальше. Лёша хочет заехать в спортмастер.
В общем, нам нужно магазин игрушек и нужно спортмастер. Чё галдите, я ничего не понимаю. Мы приехали в спортмастер. Большой-большой магазин спортмастер. Вот такую сумочку я хочу взять. Розовая, да, такая же. Не нравится? Может, рюкзак лучше возьмем? Нет? Вместо одной сумки. Так я и то, и другое хотел. Ходим, рюкзачки выбираем. Сумочки, рюкзачки. Алиса батончик кушает. Не знаю даже, какую выбрать. Трудно сделать выбор. Трудно. Выбираем Алисе какие-нибудь ботиночки. Такие симпатичненькие. Как раз в море, да, ходить? О, нормально по размерчику. Батька, дай мне одеть. Тебе нравятся? Такие красивые. Сикона. Я себе тоже выбираю купаться в море, чтобы ходить. В море сходить. Мы с Лешей решили купить вот такие кроссовочки. В них можно в воду заходить. Это мои. Мой цвет. Это Алисины, да. А у Леши вот такие черные. Черненькие такие. Да, класс. Вот она как устроилась, наша девочка. Что там такое? Не трогай, Алиса, там что-то грязное, по-моему. Грязное? Да. Папа штанишки себе выбирает. На твои похожи. Так. И вот это, кстати, круче побольше, но если ку-ку поменьше, то ку-ку. Так. Алиса, иди сюда. Палатушка. Ну что, ты решила тут устроиться? Да. Полежать, да? О, иди. Мягенько? Да. Тебе нравится? Да. Ой, давай еще будет. Давай, одевайся и пошли дальше. Папа пошел мерить. Пойдем посмотрим. Это еще круче. Да. Такая классная. И там мягенько, да, Алиса? Так, все, иди сюда, ты уже ронять все начала. Айда, одевай кроссовки. Давай просто так и вот так. Покушала, да? Попила. Все, пошли? Ну, Леша. Что, нормально пойдет? А теперь штаны превращаются. Шорты, да? Превращаются. В прыщавые ноги. Алиси? Лисиня? Где ты? Алиса устала. Устала девочка. Алиса, давай уже вылазь. Ты хулигашка. А, нет. Ну, сколько всего набрали. Алисенька, вылазь. В магазине у меня, как всегда, внезапно села батарейка. Мы уже приехали домой, Алиса с Лешей в машине, потому что Алиса спит, а Леша, ну, как бы ее катает, можно сказать. Боимся ее потревожить. Потом, когда проснется, они зайдут. А я вам пока покажу, что же мы купили в спортмастере. И не только в спортмастере. Вчера я купила в магазине Остин себе вот такую футболочку. Вот она такая простая футболочка. Немножко необычная ткань. Вроде трикотаж, а вроде не трикотаж, не знаю. И вот такие штанишки. Снизу на резиночках. Я думаю, что я, скорее всего, буду ходить в них дома. Вот такие штаны. Тоненькие, легонькие. Мне они очень понравились. В спортмастере я купила себе вот такую кофточку. Она удлиненная. И она была в единственном размере. У нее короткий рукав, но не совсем короткий. Она с капюшончиком. И вот такая у нее застежечка. В общем, молния по всей длине. Я такое очень люблю. И что-то похожее у меня есть, правда, в розовом цвете. Купила себе в спортмастере вот такие шортики с кармашками фирма Demix. Алисе купили вот такие сланцы. Она будет в них купаться. Фирма Speedo.
конечно же, ее щенячий патруль с кошкой, маршал тут, собачка, лыжи и значок. Также в Остине я купила себе кардиган. Стоил он всего 799 рублей, я его купила по акции, мне он очень понравился. У него нет застежек, то есть просто кофточка. Мне понравилось, что ткань у него не тонкая, потому что тонкая ткань смотрится, ну, как-то неаккуратно. Вот, я взяла его только из-за того, что у него достаточно плотная ткань. А вот и мои кроссовочки. Вот мои кроссовочки. В них можно заходить в воду. Когда мы поедем на море, я их с собой возьму. Фирма Columbia. И точно такие же у Лёши. У Лёши черные. Так, Лёша взял себе рюкзак Icepick. И сумку такой же фирмы Icepick. Это можно будет потом оторвать. В общем, это у нас будет ручной кладью, когда мы поедем отдыхать. Да. Еще себе я взяла вот такую сумочку Roxy. И точно такой же был рюкзак. Но я все-таки еду отдыхать и не таскать на себе кучу вещей. Поэтому я взяла себе только сумку, а с рюкзаком пусть ходит Леша. Если этих сумок не хватит, то возьмем с собой чемодан. Вот так. Леша купил себе вот такую рубашечку поло. Купил себе вот такие штанишки, тоже с оранжевыми акцентами. Они какие-то... Они как спортивные, что ли, не пойму я, что это за штаны. В общем, такая интересная модель. Значок тоже оранжевый. Прикольные штанишки. И ткань очень интересная. Это летние штаны. Еще он купил себе вот такие шортики Columbia. Это не все, что мы планируем взять с собой на отдых. Я хочу себе купить еще купальник и какое-нибудь платье или юбку. Ну, не знаю, что-то легкое. У Алисы, в принципе, все есть. Алисе, наверное, мы больше ничего покупать не будем. Сейчас пойду монтировать видео. И, скорее всего, у меня получится два видео. Одно будет для канала Мили Ванили влог. А второе будет для Мимилисы, как мы гуляли в Саду Победы. Всем пока-пока!